При ослепительном свете софитов обворожительная Анна Семенович выглядит просто бесподобно. Но это не съемки нового клипа экс-участницы группы «Блестящие». В актовом зале Челябинского дворца пионеров и школьников суперзвезда в роли ведущей. Причем ей доверили вести не конкурс юных талантов, а финал чемпионата «Лучший сантехник России». Среди финалистов претенденты, достойно проявившие себя на региональном этапе. Пройти вот эти предварительные этапы, далеко не всем суждено. Не обязаны наши участники что-то там сделать. Мы, как организаторы, предоставляем материалы, а они должны собрать качественно, красиво, все это очень хорошо. Во втором этапе соревнований «Школа сантехмена» члены жюри, среди которых профессионалы, общественники и простые люди, оценивают добрые дела сантехников. Ведь каждому из участников было предложено проявить свое профессиональное мастерство в детских домах и интернатах. Кстати, в этом году наравне с мужчинами за победу боролась наша землячка Анна Махалева. Женщина работает сантехником уже более 8 лет. С детства было много наставников. Папа слесарь, муж слесарь. Ну, нравится, знаете, вот смеситель собирать, вот с ключами связано, ну, как бы вот унитаз вот такой вот, полотенцесушитель. Как бы все вот это вот нравится, как бы. Вот эти гайки, болты. Приглашенные гости вечера решили на время сменить свое амплуа. И, невзирая на свои статусы, тоже попробовать себя в качестве сантехников. Наряду с политиком и местным журналистом собрать смеситель для ванны попробовал и глава иностранной компании, которая стала спонсором этого мероприятия. Этот конкурс стал, пожалуй, самым зрелищным. «Сантех Урал» – это один из наших дистрибьюторов в России. Это наш представитель в Урале. Поэтому мы решили поддержать. К сожалению, у меня получилось смеситель немножко бракованный. Поэтому ничего интересного. Но участниками чемпионата движет не только спортивный интерес. Призовой фонд в этом году 300 тысяч рублей. Причем щедрые организаторы надеются, что ежегодный конкурс «Лучший сантехник России» вернет профессии сантехника былую популярность. Уже сейчас в Челябинске открыто 3 учебных заведения, где готовят специалистов. И с каждым годом конкурсный набор на эту специальность становится все больше. Евгения Малышко, Яна Абилова, Виталий Пастухов, ОТВ.